Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарези, добро пожаловать в игрушку Splix.io. Это игрушка в стиле 90-х, я так понимаю. Ну что ж, давайте посмотрим. Ах ты, блин, а как играть? А, я должен стрелками управлять. Прикольно. Это моя змейка, а я... Мне нельзя на себя наталкиваться. Game over. Так, ясно, интересно довольно-таки. Ладно, то есть я бесконечно такая змейка, которая... Тянется, тянется, тянется. И он тоже тянется. И кто выиграет? Он меня разбил. Я до первого его разбить. Так, ясно. Так, продолжаем играть. Тут смысл в том, то, что захватывать территорию нужно. Так, это теперь все, вся моя территория. Отлично, довольно-таки круто. И вот, после того, как я захвачу много территорий, я смогу спокойно передвигаться вот по своей территории. Нифига себе, там кто-то развился. Ладно, и никто не должен на чужой цвет напарываться. Я могу, конечно, подрезать кого-нибудь. Вот, допустим, тебя, давай. Да. Ух ты, блин. И все, он победил, видите? То есть смысл в том, то, что захватить как можно больше территорий. Ну ладно. Я примерно понял. Так, кто у нас на первом месте? Это моя территория. Внизу слева написано, сколько я захватил. Пока что 169. Это мало. Тут 10 тысяч захватил. Вот и мне будет сложно его победить. Ну, понемножку, потихоньку. Мы с вами захватываем территорию. Сколько у нас уже? 200. Так. Синий. Так, ну, на чужой территории мне будет довольно-таки опасно находиться, потому что меня могут легко убить. Так, ладно, попробуем захватить. Было бы классно захватить. Эй, куда ты пошел? Он захватывает мою территорию. Так, все, я разрушил его. И сколько у меня? 940. Очков, самое главное, это очки. Это моя территория вверху, а внизу это общее количество очков. Так, ладно, я вижу желтого. Кто-то может мою территорию захватывать. Так, вот я еще захватил. Итого у меня 1000. Это, наверное, недостаточно. Давайте большой участок земли захватим. Прям здоровенный кусок. Потому что тут никого нету. А, кто-то меня убил. Я даже не заметил. 1000 у нас пока что есть. Ладно, хорошо. Сразу хочу здоровенный кусок отхватить. Ух ты, вот это опасно. Я думаю, я его первый одолею. Блин, мне нельзя врезаться. Ясно. Довольно-таки интересная игрушка, ребятки, если вам понравился, не забывайте ставить пальцы вверх, они мне очень сильно помогают, ваши пальцы вверх, и я обязательно продолжу в нее играть, если игрушка вам понравится. А, сейчас меня могут съесть, а вот фиг тебе. Да что ты будешь делать, мне до хвост его найти, блин, ну тут я явно, ребятки, уже давно играют, и поэтому научились. Это все-таки первый взгляд от Дарвиди. Так, желтый. Довольно-таки увлекательная действительно игрушка. Я думаю, стоит в нее поиграть. Игрушка стоящая. Успел разбить меня. Блин. А топ тот же самый. Саво. Арер какой-то. Блин, ну его сложно будет обогнать. Так, вот я вижу своих... врагов. Так, осторожненько. Не торопясь. Так, я вижу одного. Так, ладно. Я победил, я его победил. Так, ладно. Осторожно.
Че, мы друг друга, что ли? Если мы врезаемся лоб в лоб, значит, оба проигрываем. Так нельзя. Так, а мы продолжаем играть. Ух ты, кто-то территорию уже захватил, розовый. Тут будет попроще, тут не так уж много людей. Только вот соседи мои очень меня сильно напрягают. О, разбили, кто-то разбил территорию. Мы сильно не будем претендовать. Ух ты, как быстро оказывается. Как быстро они появляются, это очень опасно. Так, ну ты попался. Лучше по небольшим участкам захватывать. Потому что может кто-то рядом появиться и все испортить тебе. Тут уже мою территорию захватывает. Давайте квадратик такой отхватим. Вот, отлично. Идем. Я думаю, я добегу. Неплохо. О, оранжевый. Хоть бы в топ попасть. Хотя бы один раз. Ладно, будем сверху. Сверху все территории набивать. Неплохо. Так, по таким квадратикам небольшим. 3000. Ну, до 3000 мне еще далеко. О, сразу большой кусман прям. Так, 1600. Вот эта территория моя. Самое главное контролировать ее. Так, все мое. А кто это в мой хвост? Блин, печально. Сложно занять топ, я вам скажу. А, я не могу в свой хвост врезаться. Я, кстати, об этом вообще не подумал. То есть я должен в любом случае в конце прийти на свою базу. Я думал, что такое? Давайте прям здоровый кусман попробуем забрать. Не знаю, если получится. Хотя нет, нифига не получится. Либо я, либо... Я же его убил, эй! Мне же можно в хвост врезаться чужих. Да, это, конечно, опасно вот так делать, как я. Сильно большой кусок. Меня сейчас могут убить. Отлично, ничего себе, 500. 512 сразу. Кусман отхватил такой. Осторожно. 700. Мне до 3000 хотя бы. Я надеюсь, тут никого не будет. Лучше не быть таким сильно жадным. Блин, меня тут уже грабят. Блин! Ну они так, конечно, профессионалы. В общем, игрушка есть. В интернете, посмотрите в своем браузере, вы ее обязательно найдете. Так. Или давайте я лучше ссылку оставлю в описании. Можете перейти и поиграть. Вот, а пальцы вверх мне помогут понять, понравилась ли вам игрушка или нет. Стоит ли снимать продолжение на нее. Может, мы там уже больше, более классно научимся играть, и уже будет у нас получаться что-то. Интересная игра, ребят, действительно. Так, я бы чужую территорию начал захватывать. По таким квадратикам. Сложно, сложная игра. Так. Тут тоже хорошо, мне кажется, договариваются, тимиться вместе. Так, маленькими кусочками. Ах ты ж, блин, в свой хвост нельзя врезаться. Врезаться, что же я, блин, забываю-то это постоянно. Ну, принцип понятен. Захватить как можно больше территории. Это не так уж легко.
Можно маленькими такими территориями захватывать. Так будет, наверное, проще. Безопасней. Так, но все же, чтобы быстро развиться, надо действительно хорошие такие кусочки брать. Можно прям ровно какой-нибудь квадратик сделать. Вот, отлично. Давайте пойдем вверх. Нищековский. Тут может кто-нибудь рандомно где-нибудь появиться. Вот что самое опасное. Я вижу внизу чужие территории, да. Не стоит мне на них покушаться. То есть вверху слева надо наблюдать за картой, чтобы ориентироваться, где кто-то есть, а где нету. Так, все, я его разбомбил. Слева никого нет, вот слева можно будет. А, нет, есть кто-то. Получится, нет у меня. Ах ты ж, блин! Печальная беда, меня съели. Обрезали мой хвост. А, ладно, давайте еще немножко сыграем. Где я появился? Где-то с левой стороны. В принципе, неплохо. Пробуем отсюда и начать. Там, где поменьше людей. Кстати, а тут действительно никого нет. Давайте попробуем захватить такой большой участок, если получится, конечно же. Так, лишь бы мне никто не помешал. Я надеюсь, мне не помешает никто. Так, я думаю, пора вверх подниматься. На каком? 44-е место у меня пока что. Я уже понял немножко принцип игры. Я думаю, у меня все получится. В топ-10 бы попасть. У них там 5000. Давайте по краю попробуем пройтись. Так, что-то немножко лагануло. Лишь бы никого не было. Так, сейчас надо вверх. Сейчас надо вверх. Блин, я же нажал вверх. Я вверх нажал. Чё же глюк-то произошел? Так, ладно. Я опять с левой стороны, это меня устраивает. Вниз. Как можно больше надо захватить. Ох ты, это опасно. Вот это реально плохо. Так, одного удалили. И у меня сразу автоматически 52-й, пока что 37-й. Там красный, вот это плохо. Это реально плохо. Ладно, попробуем такой участок захватить. 33-й пока что. Лишь бы мне никто не мешал. Ух ты, оранжевый. Фигово, лишь бы он меня не заметил. Если заметит, то мне хана. Да, заметил. Но, блин, не очень мне везет. В какой-нибудь стороне бы появиться. Продолжаем захватывать территорию. Я опять с левой стороны где-то. Ух ты, тут что-то много людей. Я вижу там желтого. 113 человек играют сейчас на сервере. Так, ладно. Вижу желтого. Там будет сложно. Ладно, часть захватили земли. Так, мне сейчас будет проще. Потому что, ну, немножко научился все-таки. Эй, мы же съели тебя. Так нечестно. Ладно. Гоу. О, я где-то в центре, это плохо. В центре быть действительно опасно. Где-нибудь лучше с краю, не знаю, где-нибудь вверху или внизу, в каком-нибудь краю быть намного лучше. Конкретно в этой игре. Ладно, хотя я вот так смотрю на карту и вообще никого нету. Попробуем пойти вниз. А нет, там я уже вижу, захватываю территорию. Давайте попробуем сесть зеленого. А что я сам себя убил?
Же так, я сильно испугался. Ух ты! Нифига себе! И сколько у нас сразу? 44 место, 535 очков. Тут даже не важна, не столько важна территория, сколько захват других. Да, ребят. Мне сразу с какой... Хвост! Я забыл про свой хвост. Нельзя врезаться в свой хвост, ребятки. Ладушки, ладушки. Ну, что-то начинает получаться. Так, где? Вау, хвостик. Вкуснотень. Сколько у нас? 51 место. Нам надо какую-нибудь топовую убить. И тогда будет действительно очень классно. Так, я вижу там внизу кто-то. Можно захватывать территорию, можно убивать других. В любом случае, есть две дороги занять первое место. Но все-таки второй, он более лучший. Более простой, я бы сказал. Кто-то может захватывать территорию, а ты возьмешь, убьешь его и заберешь себе все очки. У кого-то 16 тысяч. Ну, я думаю, в первый, в топ-1 мы навряд ли попадем. Это слишком сложно пока что для нас. Так, ладно. Захватывать чужую территорию вам тоже дают в два раза больше, я так понимаю, очков. Так, все, хватит. Жадным тоже быть слишком плохо. Слишком жадным быть плохо. Так, на горизонте я никого не вижу. Все, хватит. Такой пока что кусочек. 2000, у нас 27 место. Там кто-то мою территорию покушается на мою территорию. Давай, покушайся. Не уйдешь уже от меня. Смотрите, ушел. Блин. Печальная беда. Да ты надоел мне. Что он делает? Блин, мою территорию захватывает со всех сторон просто. Так, фиг с тобой. Что ты будешь делать? Он опасен. Он реально опасен. Тут все какие-то опасные, елки-палки. Отлично, я его убил. Ух, сколько у меня? 25 место сейчас. Я бы сказал, неплохо. Тут сколько можно территории захватить? Так, начнем с этого. Тут зеленый, значит. У меня 28 место. Вау, нифига себе. 22, 2000 у меня очков. Классно. Неужели игра пошла? Как это было сложно. 21 место. Так, я на карте никого плохого не вижу. Откуда я начинал? Отсюда, наверное. Так, ладно, потихоньку захватываем. Лучше небольшими кусочками, не быть слишком жадным. Слишком жадным быть опасно для здоровья. Так, ладно, 17 место, неплохо. Идем дальше. Я вижу там желтого. Можно было желтого попробовать убить. Но мы не будем. 18 место. Вся моя территория. Так, 15. Неплохо. Можно с правой стороны попробовать захватить. Потому что я никого не вижу. Пока что никого нет. Все, спускайся. Вот такой вот кубик. Давайте пробуем отсюда зайти. Тянем, 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 тянем. Есть хороший шанс занять хорошее место. Все, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Давай, давай, давай. Вау, нифига себе, 4400. И у меня 11 место, ребятки. То есть топ-10, возможно, мы попадем все-таки. Я уже думал, не получится.
Очень сильно хотелось бы. 11 место. Отлично, топ-10, ребятки. Мы на 10 месте, как видите, вверху справа. Опять 11. Сколько мне надо очков? Давайте 5 тысяч. Не стоит нам рисковать слишком сильно. Между 11 и 10 я борюсь пока что за место. Слишком близко не будем к краю подходить. Вот так вот нормально будет. Так, топ-10. Отлично, 5 тысяч. Это очень сильно радует. Вверху я вижу тоже соперника. Нифига себе, он захватил территорию. Очень большую часть территории. 9 место у нас. Так, и в принципе мы тут давайте с краю пошиваемся. Лишь бы желтый меня не съел. Там с желтым граничим. 9 место. Шесть тысяч у меня. 6 место, ребятки, у меня. Ништяковский. Так, потихоньку, помаленьку пробираемся в лидеры. 6 400, 6 500. Неужели у меня будет 5 место? Отлично. 5 место, 6 800, ребятки. Там кого-то уже убили. Вау, это хороший шанс. 7000 очков. Я прям хвост его увидел. Так, тут, я так понимаю, никого нету. 7600 у меня. 7600. 5 место, 7700. Отлично. 7700, нам теперь 8000 надо. 5 место, это, я думаю, почетно. Довольно-таки круто. Внизу справа видно, сколько я захватил области. Сколько территории захватил. Сильно не будем рисковать, давайте вот так пройдемся. И вот такой участок захватим. Так, довольно-таки неплохо. Так, теперь этот участок. Отлично, на 4-м месте я. Сколько у меня? 9000, да? 9400. Очень круто. Я думаю, можно двигаться дальше. Пока что тут никого нету. Нужно большой участок земли захватить, попробовать. Хотя бы вот такой. Вовремя опустимся. Так вот, так вот. Идем, идем осторожно. Все, хватит, хватит нам. Сильно не будем рисковать. Итого у нас 10600. 10600, мы на 3-м месте, ребятки. Прям как Олег Брейн, я видел его видео. Он тоже был немножко на 3-м месте, но потом он погиб случайно. 10 тысяч массы. Захватили в топе 10, в топ-3 попали, вау. Я не вижу, что там внизу происходит, захватывают меня или нет. Так, но самое главное, мы живы. Хотелось бы, конечно, топ-1 занять. О, там опасно, там только появляются вот эти, те, кто только-только появляются, они очень опасные. Потому что на карте не поймешь, где они конкретно. Вот они гуляют. Я думаю, там уже не стоит идти туда. Лишь бы мой хвост никто не увидел. 3-е место, у меня 11 тысяч массы. Ну что, ребятки, давайте на этом закончим. Вот, если хотите побить мой рекорд, попробуйте. Игрушка действительно интересная. Возможно, мы с вами еще поиграем в нее. Вот, ну а пока что с вами прощаюсь, с вами был Дарья Ди, всем до скорого, пока-пока.